Не хотелось бы, конечно, никого наводить ни на какие ассоциации, но тем не менее номинация называется «Солистка года». И это очень серьезно, дорогие друзья. Вот это действительно кульминация нашей сегодняшней церемонии. Ну что ж, назовем имена номинанток. Я думаю, после каждого имени будут звучать аплодисменты зала. Итак, Алена Апина. Лариса Долина. Марина Хлебникова. А вручают призы, и точнее открывают нам все-таки имя победительницы. Телеведущие Ангелина Вовк и Евгений Меньшов. Добрый вечер, дамы и господа. Действительно, в этой номинации названы три прелестных, очаровательных женщины, три великолепных певицы. И я думаю, достаточно сложно было сделать свой выбор. Номинанты названы, и мы обязаны огласить единственную. Итак, Алена Апина. Алена Апина. Честно говоря, я ошарашена. На самом деле я не знала, и сейчас, в общем-то, неожиданно для себя стала волноваться. Спасибо, ну что говорят в этом случае, спасибо маме, папе, мужу, продюсеру, всем моим друзьям, всем моим коллегам-артистам. Это моя первая награда, начало очень хорошее. Звезды светят ночью лишь для любви. Прямо от порога лунная дорога. Все это для нас с тобой. Посмотри, эти лунные ночи, серые дни короче. Кто придумал их только для любви? Если только захочешь, этой лунной ночью будем мы с тобой, только я и ты. Эти лунные ночи, серые дни короче.
У меня муж судьба, чтобы изменится теперь. Я не знаю, что должно случиться. Но не с моим славянским счастьем получать какие-то там премии, звания, награды и так далее. 10 лет на сцене, и даже намека на что-либо подобное никогда не было. Если даже были какие-то там разговоры о чем-то, и всегда это все это с огромным юмором все это принимало на свой счет. А сегодня я не знаю, что такое случилось.